Сегодня день рождения русского сектора интернета или просто Рунета. С этим профессиональным праздником я поздравляю себя и вас, и тех, кого мы каждый день тщательно обозреваем, творцов алтайских сайтов, блогов, пабликов. Ведь это иные новости. На сайте конкурса «Мисс Россия 2015» можно проголосовать за Машу Засорину из Барнаула. Она учится в финансовом университете, любит рафтинг и картинг, умеет вышивать крестиком. А еще ее бабушка была моделью, и всю жизнь она для Маши является примером. Но самое главное, что она наша, барнаульская, и бог с ним, с рафтингом. «Автоамик» пишет о плодах творчества барнаульцев, присылающих свои сочинения на конкурс «Безопасное вождение». Есть трогательные, например, «Небрежность за рулем», «Беда в том», «Телефон за рулем», «Машина на металлолом». Еще о красавицах. Пользователь Ютуба по имени Юлия провела эксперимент. Она переоделась в одежду бомж-стиля и попыталась провести целый день в этом образе. Однако ничего из этого особо не вышло. Для бомжевания нужны особые душевные качества. И внешность тоже. Продолжим наше виртуальное путешествие уже завтра. Всем привет!